Сегодня прекрасный день. Сегодня день, который подарил нам Господь. Написано: «Возрадуйтесь и возвеселитесь в этот день». И сегодня я хотел бы поговорить о самом важном, что вообще есть во Вселенной, о чем говорит закон Божий, законы пророки. Когда Христа спросили, какая самая наивысшая заповедь, Христос ответил: «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, и возлюби ближнего, как самого себя». На этих заповедях весь закон и все пророки. И вот в Второзаконии, 6 главе, 4 стих, это слово, которое говорит Моисей израильскому народу. Это уже завещание, как бы, Моисея для израильского народа. Вот он прошел уже с ними долгий путь по пустыне 40 лет. Вот они уже подошли к земле обетованной, чтобы входить туда. И он уже знал, что он туда не войдет. И вот он дает, как бы, последние наставления израильскому народу и говорит эти слова: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всеми силами твоими». Для любого еврея до сих пор вот эта первая строчка Моисея, она является самой важной. И детей учат сначала сказать вот эту строчку, а потом уже сказать «папа и мама». То есть вот так уже с детства их воспитывают, что «слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь един». И вот это правильное отношение к Богу – это основа любой правильной жизни здесь на земле. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением твоим». И все начинается с Бога. Если мы откроем книгу Библию, то мы прочитаем на первой строчке: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Если мы посмотрим в конец Библии, то мы увидим, как Бог восстановит свое царство. И будет Бог все во всем. То есть все начинается с Бога, и все оканчивается Богом. И вот наше существование здесь на земле зависит именно от нашего отношения к Богу. Господь Бог наш есть Господь един. Все боги народов, а их там тысячи и тысячи и в древности было, и сейчас, это пепел, это выдуманные боги. Есть только один истинный, настоящий, живой, сотворивший небо и землю, все видимое и невидимое, и дающий жизнь всему. И именно по Его воле мы движемся, существуем, и именно Его замысел осуществляется и в нашей жизни. Просто других богов не существует, только единый Бог. И вот тогда у нас возникает вопрос: если есть этот единственный Бог, что же Он ждет от меня? Что же Он желает? И Бог дает ответ: «Я желаю, чтобы ты любил меня от всего сердца, от всей души и всеми силами». Вот это основное и единственное желание Бога. Мне больше ничего не надо. Главное, чтобы ты любил меня. Вот так говорит Бог. И если ты меня любишь, этого достаточно. Да, ты можешь многого не сделать, многого не достичь, но Бог смотрит не на это. Бог смотрит твое сердце, и Он задает вопрос, который когда-то Петру задал: «Любишь ли ты меня, Петр?» Этот вопрос Он задает сегодня нам. Есть ли в твоем сердце любовь к Богу? Горит ли твое сердце, как мы сегодня слышали, усердная любовь? Есть она в твоем сердце? Или она нет? Или погасла? И также вторая подобная заповедь Левитов 19:18: «Люби ближнего твоего, как самого себя». То есть любовь к Богу должна быть видна. Как можно увидеть, что ты любишь Бога? А увидеть очень просто. Как ты любишь ближнего? Если ты не любишь ближнего, то мы читаем Иоанна: как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если брат вот твой рядом, а ты не любишь его, да? Всякий нелюбящий брата ненавидит и Бога. Любящий ближнего своего любит и Бога. То есть это не может быть разделено, что ближних я ненавижу, а Бога люблю. Такого быть не может. Если ты любишь Бога, то значит ты любишь ближнего. И Бог есть любовь. И тот, кто не любит, Иоанн говорит, тот даже и не знает, и не познал Бога. Потому что это есть его сущность. И в этом есть вся суть Священного Писания.
В этом вся Библия. Люби Господа Бога. И если мы посмотрим на Библию, хотя бы на Ветхий Завет, то это мы увидим, вся Библия – это история любви Бога к человеку. От первой до последней строчки. Мы увидим, как Бог любит человека. Он не уничтожил этот мир, но Он возлюбил этот мир. И Он нянчился и нянчится до сих пор с каждым человеком, ожидая его покаяния. Потому что любит. И вот поэтому многим людям не понять Бога, потому что они не понимают, что такое любовь. У них, может быть, есть знания. Знания священного писания у многих людей есть. Как один брат поделился своим опытом. Пришли к нему свидетели Иеговы. Он говорит, я так опаздывал, не знаю, как же с ними поговорить. Выгонять тоже не по-христиански. И они говорят, а мы хотим с вами о Боге поговорить. Я говорю, о, как хорошо. Вы знаете, как я люблю Бога. Вот столько-то лет назад Бог встретился со мной. Он нашел меня, Он вытащил меня. И с тех пор я каждый день с Ним общаюсь. Вот сейчас только что я полтора часа провел в общении с Ним. И Он наполнил меня своей силой, энергией, вдохновением. Я так люблю Господа, у нас такие хорошие отношения. А теперь расскажите вы о своих отношениях с Богом. У них такие глаза. А сказать-то им нечего. У них много знаний разных, цитат. А личного общения с Богом нет. И их сердце не пламенеет. И многие-многие люди живут вот в этом обмане. Апостол Павел даже пишет, к стыду вашему пишу, что многие из вас не знают Бога. Очень много знают о Боге. Знаете, есть большая разница знать о Боге и знать Бога. Например, вы, может быть, много знаете там о Путине, да? Но лично вы с ним знакомы? Вот глаза в глаза вы с ним смотрели, да? Пуд соли вы с ним съели? Конечно же, нет, да? И это большая разница. Знать о или знать лично. И вот очень много людей, которые знают о Боге, но не знают его лично. Не пережили с ним личную встречу, не переживают эту личную встречу каждый день. Не общаются с Ним, не вдохновляются, не получают от Него силы, энергии, вдохновения, мудрость. А просто у них есть вот эта религия, в которой они успокоились, самоуспокоились. И как хорошо и как прекрасно знать Бога лично. И считать Бога как единственного Бога и любить Его, и любить ближнего. Вот этого достаточно для всей нашей жизни. Знать Бога и любить ближнего. В этом ты исполнишь весь закон. В этом ты исполнишь всю правду. Если будешь знать и любить Бога и ближнего. В этом все. Но проблема в чем? Проблема в том, что очень многие современные люди и даже христиане служат всевозможным другим богам. Служат материализму, служат благополучию, служат карьере, служат сексу, служат алкоголю, служат наркотикам, служат своему собственному тщеславию, служат своему собственному «я». Они говорят, нет, я Бог. Вместо того, чтобы преклониться и сказать, то нет, есть только один Бог. И слушай весь народ, да, что Он только единственный. Ты не Бог. И ты не должен служить себе, как один человек там в интернете написал и представляется, там о себе пишет. Я абсолютный гедонист. И он хвалится этим. Гедонизм – это жажда наслаждений, то есть это жажда вот к благам, материальным вот этим. И вот этим заражено сегодня все общество наше. Люди ищут своего. Люди ищут удовольствие для себя. Они говорят, что я хочу, чтобы мне служили. Помните ту бабушку, которая в сказке о золотой рыбке, да? Она вот была охвачена вот этим жаждой, вот этой похотью, да? Она говорила, нет, не хочу, чтобы зачем ты корыто? Хочу избу новую. Нет, не хочу избу. Хочу дворянкой быть. Нет, не хочу дворянкой. Хочу царицей быть. Не хочу царицей быть. Хочу быть владычицей. И это было беспредел, и осталось у разбитого корыта. Вот это внутреннее
похоть человеческая, которая съедает его изнутри. И человек считает, что нет, я Бог, вместо того, чтобы воздать славу Всевышнему и преклониться перед Ним. И жить и существовать для Него. В этом и есть наше предназначение. Чтобы не нам служили, а чтобы нам послужить Господу, Богу нашему. И Бог требует от тебя и от меня оставить своих богов. Оставить все вот эти, то, что может заполнить твое сердце как предмет поклонения. Если ты будешь поклоняться и служить чему-то другому, кроме единого, это будет идол, который ты должен извергнуть, который ты должен отвергнуть. Когда приходили миссионеры и проповедовали языческим племенам, то они говорили этим язычникам: соберите своих богов. И они приносили там своих истуканов, своих там этих куколок. Говорит: сжигайте их, потому что это все пепел, это прах. Не бойтесь их, потому что есть только один единственный Бог. И они вот так брали и просто сжигали. Но это легче сделать, взять, сжечь. Потому что у нас-то нет вот этих идолов, да? Не стоят в наших углах там эти идолы. Может быть, там у кого-то в компьютере идол, у кого-то в телевизоре идол, у кого-то там в заначке идол, да? И мы не можем взять это просто сжечь и все. Нет, это нужно сердце. Выкорчевать сердце. Убрать из сердца, чтобы там сердце было храмом живущего в нем Бога. И чтобы Господу Богу поклоняйся и только Ему одному служил. То есть для чего я живу на этой земле? Как тот человек написал, я гедонист, да? Для получения удовольствия я живу? Или я живу для того, чтобы служить Господу Богу? И приходить каждую минуту и говорить: Господи, что повелишь мне делать? Я Твой слуга, я Твой раб. Я хочу служить Тебе. Вот в этом и есть счастье жизни человека. Потому что без Бога, без служения Богу, этого счастья никогда не найдешь. У тебя будет пустота. У тебя, может быть, будут деньги, будет, может быть, слава. Будет, может быть, многое ты можешь достичь. Но это все будет пустым. Как Евтушенко писал, что вот вижу удача, хватаю и судорожно сжимаю прозрачную пустоту. То есть это просто погоня за миражами. Но есть настоящее счастье, есть настоящая жизнь. Это и есть служение Богу. Помни, что есть только один Бог, и Ему поклоняйся и служи. И Его полюби всем сердцем, всей душой и всем разумом. Всем-всем своим естеством полюби Бога. И если ты полюбишь Бога, не будет места уже никаким другим идолам. Знаете, как молодой человек, там, как в песне там одной поется, что я влюблен во всех девчонок своего двора, да? Но когда он встретится одну единственную, для него уже никто другой не существует. И вот так же и человек этого мира, пока он не любит, не влюбился в Бога, его сердце разрывается на разные стороны. Пока он не найдет Бога и не полюбит Бога, тогда для него все остальное перестанет иметь значение. И всем нашим сердцем, всю нашу душу, все наши силы предай Господу. Посвяти себя Богу, потому что Он Бог и Он единственный Бог. И потому ты не можешь свое сердце как-то разделить на две, на три, на четыре части. Есть только один Бог, которому ты должен полностью, стопроцентно посвятить свою жизнь, свое сердце, свой разум. И всегда жить вот этим желанием служить Богу, угодить Богу, порадовать Бога в своей жизни. И тогда Небесный Отец изольет свою любовь в твое сердце. Как Он сказал: «Я стою и стучу, и если ты услышишь голос мой и откроешь, то я войду к тебе и что сделаю? И вечерю с тобой буду совершать». То есть я с тобой буду иметь самое тесное общение. Вот в этом и есть небо уже здесь на земле. Вот в этом живом, настоящем, личном общении с Богом. Когда последний раз ты слышал этот стук и открывал свое сердце, чтобы Он вечерил с тобою. И так, что мы будем уже способны любить по-настоящему. У нас нет этих сил любить врагов. У нас нет этих сил любить неприятных, злых людей, которые сделали нам зло. Но в лучшем случае мы стерпим.
не отомстим. Да? Может быть, на это у нас еще сил хватит. Но вот на то, чтобы любить, это невозможно. Это превосходящее разумение любовь Божия. Как один поэт, который умер 25 лет, написал такую строчку перед смертью. «Придите просто к Богу рая, и Он научит вас любить. Просто приди к Богу, просто открой свое сердце, и Он Духом Святым изольет свою любовь в твое сердце. И тогда ты сможешь любить тех, кого ты переносить не мог даже. Он научит этой любви. И Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И принадлежать Иисусу Христу духом, душой и телом – это и есть высшее счастье здесь на земле. Что я осознаю это, я принадлежу уже не сам себе, это уже не мое. И вот люди этого мира, они не понимают, что вот в этом очень важно. То есть они сами себя отделяют от Бога. Как приходит тут один верующий брат, говорит, ну как там в вашей церкви? Говорю, брат, это наша церковь или твоя церковь? То есть в его сознании уже произошло вот это разделение, что это ваша церковь, или это моя церковь? Это ваш Бог, или это мой Бог? И вот это разделение происходит там, внутри, в душе, когда человек себя сам отделяет от Бога, от церкви, от благословений Божьих, от этого счастья, от жизни с избытком. Сам себя отделил, потому что нашел себе другого Бога. Как Израиль, да? Говорит, высекли себе водоемы, которые разбитые, которые не могут держать воды. Потратили на это свою жизнь. А меня, источник живой воды, оставили. Вместо того, чтобы питаться и пить эту воду даром, как говорил Иисус. И из чрева потекут реки воды живой. Вместо того, чтобы иметь это живое общение со Христом, они нашли себе какую-то удобную религию, удобное верование, закрылись в какой-то свой мирок и считают себя самыми правильными. И всех остальных неправыми. И стали уже вот этими сектантами, которые говорят, что истина у нас и Бог у нас. А Бог не может быть у нас. Мы можем быть ближе к Богу или дальше от Бога. Мы можем быть ближе к истине или дальше от истины. Но истина не в нас. Она там, у Бога. И потому мы должны приходить к Нему и черпать эти реки воды живой. И Он спас нас своей искупительной смертью от греха. Этим Он доказал свою любовь к нам. Он не просто сказал, что я люблю вас, но Он пришел на эту землю, Он проявил эту любовь, и Он умер, любя нас. И не гвозди Его держали на кресте, а любовь к нам Его держала там. И своей смертью Он победил. Он победил грех, Он победил смерть, Он победил дьявола, Он победил ад. Он приобрел нам вечное искупление. Но как узнать, что мы действительно любим Бога сегодня? Проверь свои отношения к ближнему. То есть по твоей любви к ближним узнается, насколько ты любишь сегодня Бога. Когда Бог переполняет тебя, когда Он приходит к тебе, ты уже не можешь кого-то ненавидеть, ты уже не можешь кому-то иметь отрицательные чувства, если ты имеешь эту вечерю со Христом сегодня. И мы доказываем свою любовь Богу уже тем, что говорим нашему другу, нашему ближнему о нашей жизни со Христом. Когда мы рассказываем о этих преимуществах, о этих совершенствах, которые мы приняли во Христе. Когда мы делимся этой благодатью, которую мы приняли во Христе. И многие миссионеры и сегодня умирают с радостью и благодарностью ради Христа. Этим самым они подтверждают свою любовь к Богу. Они говорят, что мы любим Бога больше, чем самих себя. Мы любим Бога больше, чем своих детей. Мы любим Бога больше, чем своих жен, мужей.
чем своих матерей, отцов. И им говорят: скажи, что ты мусульманин, и будешь живым. Они говорят: нет, я христианин. Им отрезают голову. Их сегодня судят даже по судам этим некоторых стран, что если ты оставил веру своих отцов, там мусульманскую, в мусульманских странах, да, или там в буддийских странах, то значит ты вероотступник, богоотступник, и тебе смертная казнь. Они говорят: да, я отступил от вашей веры, но я принял Иисуса Христа, и я готов умереть, но не отказаться от Него. И каждый год до 200 тысяч человек, верующих в Иисуса Христа, умирают за свою веру. Мы живем в другой стране, у нас нет таких ярких и резких таких вот отличий, где мы можем доказать, что мы на самом деле любим Христа больше, чем что-либо другое. Но у нас всегда, каждый день есть место для подвига, чтобы приложить это старание, усилие, чтобы оставить что-то свое в ущерб себе, в ущерб своим удовольствиям и посвятить время для Христа, чтобы прославить Его, чтобы почитать Его Слово, чтобы научиться Его ног, чтобы послужить Христу. У вас есть такая возможность каждый день послужить Христу? Или нет? Есть. Есть. У каждого есть. Но служим ли мы или не служим, уже зависит от нашего горения, насколько мы пламенеем. Как написано, пламенейте, да, духом пламенейте и Господу служите. И однажды мы придем к тому, которого полюбили, которого возлюбили, которому служили, пребывающего во свете. И Он говорит: люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоими и всеми силами твоими. Люби Господа Бога. Это приказ. Люби Господа Бога. На все остальное ты можешь не обращать внимания. Главное, возлюби Господа Бога. Это самое важное. И от всего сердца повинуйся своему Богу. И благоговей пред Его лицом. И Он как раз доказал свою любовь. Он показал, как сильно Он возлюбил нас. Возлюбил нас до смерти и смерти креста. Иисус продемонстрировал эту любовь. И любовь, она как раз всегда основывается не на чувствах, а на жертве. Так возлюбил Отец Небесный людей, что отдал Своего Сына. Так возлюбил Иисус нас, что пошел на смерть. Так возлюбил апостол Павел Иисуса и ближнего, что пошел под палки, под камни, в тюрьму. Вот это и есть любовь. Любовь, которая приводит к жертве. Нельзя любить даром, нельзя любить, не посвящая времени, не посвящая сил, не посвящая средств. Нельзя также любить Бога. И любовь, она всегда приводит к жертвенной, к жертвенному сердцу, к жертвенным поступкам ради любимого, ради Христа, ради Бога. И чтобы понять любовь, надо открыть свое сердце для Бога. Вот даже нищие, когда просят милостыню, что они говорят? Ну, ради Христа, подайте Христа ради, да? Так говорят? То есть у них в сознании есть, что если рядом найдется хоть один христианин, который услышит это имя, да, и не ради вот этого нищего, который неприятно пахнет, да, и может быть плохой, а вот ради Христа что-то подаст, да? И вот они не говорят, что ради меня подайте там, да, или ради моей мамы подайте. Они говорят: ради Христа. То есть они хотят увидеть, и они это, наверное, практически ощутили, что есть те люди, которые любят Христа, и ради Христа, может быть, и что-то сделают. Да? И вот, чтобы понять любовь,
Надо открыть свое сердце, надо открыть для себя Бога. Тогда не останется места ни зависти, ни ненависти, ни раздражению, ни желанию своего. Потому что любовь, она просто сожжет все вот это как мусор в наших сердцах. И вот любить Бога всем тем, чем мы являемся, всем тем, что мы имеем, всем-всем существом, да, и любить ближнего, как самого себя. Это та заповедь, которая дана Богом. И Христос говорит, я заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас. А в чем же это новое, если мы читаем еще в Ветхом Завете, возлюби ближнего своего, да? В чем же это новое? А новое как раз вот в этой последней строчке. Как я возлюбил вас. То есть любите не так, как любит кто-то из людей, а любите так, как я вас люблю. То есть посмотрите на меня, как на пример, и подражайте мне, говорит Христос. И вот в этом есть величие Бога. И многие люди, они имеют свое представление о Боге. Они считают, что вот Бог такой, такой, такой. Там у мусульман свое представление о Боге, да, что он там далекий, такой жестокий, там ему особо дела нет там для людей. Ну, может там его как-то вымолить, если особо. У христиан там свое представление о Боге, у буддистов свое представление о Боге. И у каждого человека, если бы сейчас говорил, он бы высказал свое представление о Боге. Но вот Бог пришел на эту землю и сказал, это я. Помните, как та самарянка говорит, я знаю, что придет Мессия, который научит. Он говорит, это я, который говорю с тобой. Неужели ты не слышишь голос Бога? И она побежала и всем рассказала, там Мессия, там Христос, там Бог. И люди пришли и говорят, уже не по твоим словам верим, а сами услышали, сами убедились, да, это Бог. Бог пришел к нам. Он оставил славу небес, пришел к нам. Для чего? Чтобы спасти нас от зла, от греха, от нелюбви. И чтобы научить нас любить. И чтобы показать нам пример. И вот он сказал эту притчу о блудном сыне, которая записана в Евангелии от Луки, 15 главе. Что вот он Бог, к которому приходим мы, дети, да, и говорим, дай мне, я хочу сам пожить. И что делает Бог? Он дает. Вот это не понять людям этого мира. Они говорят, что вот был бы Бог, он бы наказал этих злодеев. Он бы возвеличил праведных, да? Но Бог не такой. Он не входит в наше понимание, в наше сознание. И как наши мысли далеки от неба, так наше понимание далеко, бесконечно далеко. Бога. Особенно наша любовь и наша справедливость и наша честность, она бесконечно далека от любви Бога, от Его праведности, от Его святости. И потому Бог поступает так, как Бог. И потому Он посылает дождь на праведных и неправедных. И дает хлеб и злодеям, и добрым. И всем изливает свое благословение. Но это не будет бесконечно. Однажды он назначил тот день, в который каждый человек даст отчет. И о каждом из нас написано, пишется эта памятная книга. И вот Бог задаст нам этот вопрос и скажет, сын мой, дочь моя, а любил ли ты меня? И нам нужно будет дать отчет. И мы, наверное, как Петр скажем, ну ты знаешь, Господи. И Петру было неудобно слышать этот вопрос. И он даже расстроился, да? Но Христос вновь и вновь спрашивал его, любишь ли ты меня больше других? Меня не волнует, что ты готов сделать. Помните, он клялся, если все оставят, я не оставлю тебя, Иисус. Трижды отрекся, да? И Христос не укоряет его, что ты отрекся, ты предатель. Нет. Он ему просто задает этот вопрос. Ты любишь меня или не любишь? Чтобы Петр заглянул в свое сердце. Чтобы он проверил,
А люблю ли я? И если люблю, то как я буду жить, если я люблю Бога? И пусть Господь вдохновит и нас сегодня прийти к Нему и сказать: Господи, я хочу любить Тебя. Я хочу Тебя любить еще сильнее. Приди ко мне и убери из моего сердца всякую нелюбовь, всякую неприязнь, всякую ненависть, всякую злобу, всякое коварство, всякое корыстолюбие. Все вот это мерзкое убери из моего сердца и наполни вот любовью к Тебе, чтобы я мог эту любовь отражать на окружающих. Аминь. Будем молиться.